thank <laughs> Продолжая обсуждать с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым самые резонансные темы минувшего лета, мы не можем не оставить без внимания, пожалуй, главную внутриполитическую новость. Безусловно, речь идет об образовании Туркестанской области и придании Шимкенту статуса города республиканского значения. Соответствующий указ глава нашего государства подписал 19 июня нынешнего года. Даврин Скирбекович. Поскольку мы с вами в прошлом нашем выпуске просто не успели обсудить этот вопрос, а вопрос этот, я уверен, заслуживает особого внимания, предлагаю начать сегодняшний открытый диалог с обсуждения именно этой темы. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вне всякого сомнения создание Туркестанской области является значимым и логически выверенным шагом президента в региональной политике. Это сакральный для казахов и всех тюрков город, история которого насчитывается без малого полторы тысячи лет. Это одна из основ нашего культурного кода. В пантеоне Туркестана, как вы знаете, погребены более 350 ханов, биев, батыров и других прославленных личностей казахского ханства. Туркестан вплетен тысячами нитей в историческую память народов, которые проживают на огромном просторе от Байкала до Стамбула и иностранные эксперты комментируя данное решение отметили что новый областной центр позволит консолидировать ну, в том числе и наверное весь тюркский мир и станет точкой притяжения для всей тюркской цивилизации Даврайна Скербекович а какие практические так скажем аргументы легли в основу данного решения Здесь можно выделить несколько причин. Во-первых, население Южно-Казахстанской области составляло порядка 3 миллионов человек. Она была самой крупной областью по численности, и плотность населения была чрезвычайно высокая. Поэтому создание новой области повысит эффективность управления югом страны. В целом регион один из демографических лидеров, и в нем очень сильные миграционные процессы. Во-вторых, новые... Административный статус Чемкента и Туркестанской области позволит более эффективно финансировать инфраструктурные проекты региона. Здесь важно отметить, что президент выбрал очень удачное время для этого, ведь вполне резонно встает вопрос, почему этот шаг не был предпринят 10 ну, там, или 5 лет назад, почему именно сейчас. Вы должны знать, что этому предшествует очень большая кропотливая работа, и на сегодняшний день, для придания статуса созданы все необходимые условия. Так, к примеру, построен газопровод Бейнио Базой Шимкент. В новую фазу вступили торговые отношения с Ташкентом. Этому тоже нельзя сбрасывать со счетов. И вы понимаете прекрасно, что Узбекистан это огромный рынок сбыта с населением в более 30 миллионов человек. Кроме того, построен участок транспортного коридора Западная Европа, Западный Китай. Все это создает блестящие условия для привлечения инвестиций в регион. В-третьих, это развитие, естественно, самого города Туркестана и области в целом. В регионе, я абсолютно уверен, начнется массовое строительство, которое обеспечит, например, рабочими местами тысячи-тысячи людей увеличится объемы производства строительных материалов. Сегодня глава государства уделяет огромное внимание развитию туристического кластера, вы это прекрасно знаете. И Туркестан в этом ключе имеет все возможности стать драйвером развития всей этой отрасли. В любом случае, Шимкент и остальная область требовали большого внимания, и они его получили. Но ведь как у любого масштабного административного преобразования, в процессе переноса областного центра из Шимкента в Туркестан наверняка могут возникнуть некоторые риски. Какие бы из них вы могли бы выделить в качестве ключевых? Ну, я думаю, все они связаны только с налаживанием определенных бытовых условий, строительством объектов инфраструктуры и административных зданий. Вот, кстати, вот административных зданий, к сожалению, пока, насколько я знаю, не хватает. И работникам областного кимата, многих там управлений. Они такие сейчас живут в нескольких спартанских условиях. Однако через это, как вы знаете, вся столица Астана прошла. Поэтому и это ни в коем образе не сказалось на качестве исполнения поставленных задач. И помимо этого стоит вопрос... Бытовых условий не только самого э, Туркестана, административного центра, но и в целом всей области. Даврина Скребекович, предлагаю перейти к теме, которая стала одной из главных э, на прошлой неделе, когда э, глава нашего государства Нурсултан Зарбаев э, совершил официальный визит в Турецкую республику. Что этот визит означает для двух э, близких государств? Сегодня, пожалуй, ни для кого не секрет возникшие сложности в турецкой экономике. Турецкая лира серьезно потеряла в стоимости по отношению к доллару. Только представьте, с начала года турецкая валюта ослабла на 70%. К примеру, тенге с января по сентябрь ослаб где-то примерно на 13%, по-моему, процентов. И сегодня на фоне возникших сложностей во взаимоотношениях с западными партнерами, Турция сейчас ищет активно пути, в том числе и диверсификации внешнеэкономических связей. И на этом фоне визит главы нашего государства оказался как нельзя своевременным. К примеру, на бизнес-форуме, проведенном в преддверии визита, были подписаны около, по-моему, 22 коммерческих документов на общую сумму 1,7 миллиардов долларов. Кроме того, в этот раз, помимо встреч с руководством Турецкой Республики, у главы государства состоялась беседа с 25 крупнейшими турецкими бизнесменами, на долю которых приходится более 15% всей экономики Турции. Наш президент призвал их инвестировать в Казахстан. А насколько Казахстан является привлекательным для турецкого бизнеса, для турецких инвестиций? Мы должны с вами понимать, что Казахстан с 18 миллионами жителей не самый привлекательный для инвестиций регион. Но мы входим в Евразийский союз, а это 180 миллионный рынок. Турецкие бизнесмены, если будут работать в Казахстане и откроют здесь производство, могут зарабатывать на всем этом рынке. Наша страна инвестиционно ориентирована. И, как сказал наш президент на встрече с турецкими бизнесменами, скажите нам, где еще мы должны упростить процедуры для инвесторов, и мы это сделаем. Вот, кстати, общеизвестно, что э, к политической фигуре главы нашего государства э, в Турции относятся с особым пиететом. Э, с чем это связано? Этому есть немало причин. Один только факт, что главы Турции и России смогли помириться, как они признались, не без участия казахстанского лидера, уже говорит о многом. К справедливости ради отмечу, что мы тоже всегда с уважением относимся к руководству Турции. братской для нас страны которая первая признала независимость Казахстана. Истоки всего этого авторитета и дружбы, наверное, заложились еще в те далекие времена. я плавно перехожу от главных тем прошлой недели к основным трендам недели нынешней. И, пожалуй, самой, одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стало первое поражение нашего чемпиона, нашего Геннадия Головкина на профессиональном ринге. Скажите, как... Вы лично восприняли исход этого боя. Прежде всего, мы стали свидетелями прекрасного исторического поединка. Он однозначно войдет в золотую коллекцию мирового бокса. Я лично очень рад, что казахстанцы все как один поддерживают Геннадия. Ведь благодаря боям с Канел, казахстанцы поняли, насколько героическими являются усилия Головкина, когда судьи благосклонны к сопернику. Когда вся публика на стадионе практически представлена его болельщиками, когда промоутерская компания его оппонента ну, во многом диктует условия всей боксерской индустрии. Благодаря последнему бою мы узнали цену всем победам Гены. Ведь необходимость отправлять в нокаут каждого соперника, потому что ты не уверен в решении судей, это огромная, прежде всего, психологическая нагрузка. Дворин Скирбекович, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Вынужден с вами попрощаться и сказать вам большое спасибо за эту интересную беседу. Спасибо большое, Александр. Это была программа «Открытый диалог» с Дауреном Абаевым, с министром информации и коммуникации. Сегодня мы обсудили наиболее важные события минувшего лета и уходящей недели. До свидания и до встречи в эфире.